Всем привет, друзья! С вами Космик Майнкрафт. И благодаря тому, что вы писали мне в комментариях, то, что да, сделал новую машину, я сделал целых две машины. И это очень было сложно. Друзья, и мы сегодня будем смотреть на вот такую машину. Давайте выдадим себе все свои предметы вот так. Это именно будет на еду. Да, это будет команда на еду. Давайте сначала сделаем Times a Day. Друзья, вот так вот получилось. Ну и, друзья, давайте я выставлю все, чтобы вам продемонстрировать, так сказать. Не знаю. Ну, друзья, вот так вот все выглядит. У нас тут есть курица, тортик, запеченная курица. Также есть фарш. Как видите, тут максимально все реалистично. Тут вот такие выступы есть. Ну, то есть не как обычная вот такая. Ну, тут есть прям вот такие выступы, фарш, как фарш. Детская питание. Ну, знаете, когда утром вы такие шарики и едите молоком, заливаете. Друзья, тортик уже был в Майнкрафте, но этот намного красивее. И самое мое самое любимое блюдо — это вот такое вот ролл. Мне очень нравится суши, это моя любимая еда, да? Как я уже сказал, давайте все это выбросим. Зачем это нам, как бы, друзья? Ну и страна, где наш Дед Мороз? Ой, Дед Мороз, смотрите, Дед Мороз ушел. Помните, в прошлом выпуске здесь стоял Дед Мороз? Так вот, интересно, где он? Друзья, ну, как бы, вот такой механизм был. Очень-очень был сложный он мне. Друзья, ну и как бы так все. Как бы уже, не знаю, ну все. Вот такой механизм был, так сказать. Ну и, друзья, как бы до свидания. Всем пока. И с вами был Космик Майнкрафт.